наступает Новый год, время чудес. Давай, давай, Таня, как дела? Все нормально? Все нормально. Вот пришел стул. Вот пришел стул. Я это заказала. Новый стул для Новый год. Вот, надо ее посмотреть, что там делать. Та-да-да-да! Не знаю, это не очень просто весы, очень мало. Но не знаю, они говорят, а стул можно смотреть, как подходит, как будет русский стул. Как ты думаешь, что там внутри? Там, я думаю, это две пакеты. Где пакет? Вот пакет первый, а потом второй пакет и все. Вот тогда смотрим, если стул верно, если стул есть. Ну так, стул ты где? Да-да-да. Смотри, стул, это стул для Нового года. Хорошо, русский стул ты где? Та-да! Ну что, не обманули? Стул положили? Да, стул все нормально. Я не знаю, почему веса нету. Но это стул. Ну, немножко комфортабельно. Комфортно такое? Ага. Да, немножко комфортно. Будешь сидеть на нем? Тогда, ну, конечно. Для себя собираю. Вот, поэтому купила, тогда надо. Все супер. Сейчас надо настроить как можно. А ты когда-нибудь вообще мебель собирал? Тогда, ну, уже да. А в России собирал? Нет. Первый раз? Первый раз, да. Когда первый раз что-то происходит, надо загадывать желание. Ты знаешь об этом? Это для что? Да. Традиция в России, если что-то делаешь первый раз, да, то можешь загадать любое желание, и оно сбудется. А, хорошо. Может, этот стул должно быть до моей 50 лет. Воу, круто! Ну да. Ну все, хорошо. Должно быть до 50 лет. Ждем дальше. Ну хорошо, не, дальше я сам решаю. Сейчас вам покажу, что наконец. А ты знаешь, что в России дети очень любят делать вот так вот? Вот эти штучки, они вот так вот. Ну да, мы все любим такое. Там тоже такое. Да, да. Антистресс. Ну да.